Общенациональная социал-демократическая партия приняла решение не участвовать в предстоящих парламентских выборах. Инициатива была поддержана большинством членов ОСДП на прошедшем сегодня съезде партии в столице. Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов заявил, что политобъединение должно продолжать работать и объявить курс на обновление. В итоге за места в Мажилисе и маслихатах будут бороться 5 партий Казахстана – Нур Отан, Ак-Жол, Ауыл, Адал и Народная партия Казахстана. Нам необходимо просто поменять методы работы. Последние 7 месяцев мы увидели, что не хватает мобильности, это надо признать, и оперативности принятия решений. Наша программа была принята в 2013 году, но время изменилось. Нужно озадачиться, подготовить новый проект программы партии с последующим утверждением на очередном съезде партии.